По данным Nordea, Центральный банк Швеции обеспокоен валютным курсом шведской кроны и количественным смягчением ЕЦБ. Аналитики SBAB Bank утверждают, что недавнее решение ЕЦБ стало сущим кошмаром для Риксбанка. С нами на линии сегодня Тор Борг. Он представит нашему вниманию валютный прогноз для пары евро-шведская крона. Банк Швеции оставил основную ставку процента неизменной на уровне минус 0,35%. При этом было принято решение расширить программу по смягчению. По вашему мнению, какой будет реакция рынка и валютной пары евро-шведская крона? Ставка по долгосрочным ценным бумагам была понижена на 10 базисных пунктов. При этом шведская крона укрепила свою позицию. Был отмечен рост с отметки 9,49 до уровня 9,45. То есть мы отметили небольшую реакцию рынка. В краткосрочной перспективе я полагаю, что пара евро-шведская крона будет занимать устойчивую позицию на уровне 9,4. Свое решение Центральный банк Швеции объяснил тем, что хочет поддержать положительную динамику в экономике и обеспечить устойчивый рост инфляции. Каким будет ваш прогноз по уровню инфляции в среднесрочной перспективе? И на каком уровне будет торговаться пара евро-шведская крона к тому времени? Я думаю, что в следующем году мы увидим небольшой рост по уровню инфляции. Через несколько месяцев, скорее всего, что он достигнет 1%. На сегодняшний день мы наблюдаем нулевую инфляцию в стране. Что же касается структурной инфляции, в следующем году мы ожидаем на рост с уровня 1% до уровня 1,5%. Я думаю, что вряд ли Центральному банку Швеции в следующем году придется в очередной раз прибегать к смягчению. Также я считаю, что во время декабрьского заседания в этом году они не станут расширять программу смягчения. Что касается валютного курса шведской кроны, в среднесрочной перспективе я полагаю, что пара будет торговаться в диапазоне между отметками 9,25 и 9,50. Скорее всего, что пара евро-шведская крона будет находиться на уровне 9,40. Расширение программы количественного смягчения означает, что Риксбанк намерен закупить облигации на сумму 200 миллиардов шведских крон до июня следующего года. В долгосрочной перспективе вы полагаете, что пара евро-шведская крона будет торговаться на уровне 9,20. Вы настроены оптимистично? Да, я положительно настроен по отношению к такой позиции Центрального банка Швеции. Расширение программы количественного смягчения будет способствовать постепенному росту инфляции к целевым уровням. Такая монетарная политика будет также удерживать шведскую крону от чрезмерного роста. Стоит сказать, что экономическая ситуация в Швеции на сегодняшний день гораздо лучше, чем в других европейских странах. Рост ВВП Швеции довольно высокий, государственное финансирование также хорошее. Мы наблюдаем профицит текущего счета операций. Мы признательны Тору за его прогноз для пары евро-шведская крона. Оставайтесь с Дукас КПТВ. На сегодня все. До свидания.